Привет всем! Сегодня очередная рыбалка на Налима. Поставил в заводе здесь жерлицы. Посмотрим, что попало. Сейчас буду проверять. На улице мороз, минус 20 градусов. Тоже умки хорошо замерзли. Хотя и снегом вылезли. Здесь что-то есть. О, налимчик какой. Хороший. Даже не заглотил. За край губы зацепил. Еще есть. Вот поменьше. Тоже зацепился, не заглотил. Здесь живца нету, тащил.
сейчас пока проверю все жерлицы, а потом начну сматывать. У меня самодельные жерлицы были там. Они повыше. Крючки маленькие. Налим хорошо попадает. А здесь тройники стоят. Возможно, ничего не попадет. И живца я там поменьше ставил. Небольших гальянчиков. Опускал до самого дна, прям на дне живец лежал. Маленький. И опять же самодельная. Я говорю, эти жерлицы, они самые лучшие, которые с обычным крючком. Как бы его отцепить теперь, чтобы не повредить. Все. Пусть плывет. Вообще маленькие, смотрите. Думаю, не зря сегодня съездил, поставил жерлицы. Конечно, мало поймал с такого количества. Но хоть что-то. Два таких налимчика попалось. И один мелкий, я его выпустил. Ну все, буду сматывать жерлицы, собираться домой. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!